Ну, конечно, помню. Референдум. У меня вообще тройной праздник в этот раз. Воссоединение же вот, референдум и день рождения моей дочери. Да. Да, как же. Мы очень хотели вернуться в Россию. Так что мы себя здесь неважно чувствовали при Украине. Они, ну, не заботились о нас как надо. А Путин молодец. 4 года назад, это когда вы оттяпали Крым, это у Украины, что ли? Потому что я с Украины. Понимаете, я буду так говорить, это уже теперь ваша жизнь, а то наша жизнь. Я ее, конечно, комментировать. Уровень, будем говорить так, не то, что жизни. Жизни у меня уровень нормальный, как был, так и остался. В принципе, ничего не поменялось. А вот то, что касается более высших слоев, то бишь политики, я уже далека от этого и не сильно хочу вникать, чтобы не заморачивать себе жизнь. Конечно, помню. Это такая радость была, что даже передать словами нельзя. Спасибо Путину. Референдум, который определил место Крыма в составе Российской Федерации, выразил мнение большинства людей.